Театр клоунады при Доме культуры Казахского общества глухих существует 10 лет. Сейчас он насчитывает 7 актеров. Все они профессионалы своего дела, несмотря на то, что коллектив представляет самодеятельность. Из-за своего недуга клоунам приходится доносить до зрителей свое искусство исключительно языком жестов и мимики. Танцоры же из-за того, что не слышат музыку, улавливают ритм по вибрации в полу. Но это нисколько не отражается на конечном результате. Они хоть не по призванию, не по профессии артист, но по призванию. Они чувствуют любые нюансы. У них эмоции, все они передают через мимические жесты. Вот это, что чувствует. И человек, который даже не понимает жестового языка, он поймет, что происходит на сцене. Днем все участники двух творческих коллективов работают. Танцоры, например, шьют одежду при учебно-производственном предприятии. Клоуны тоже зарабатывают на жизнь сами. А вечером все собираются на репетиции. И, как правило, никто из участников не пропускает ни одного занятия. Преподаватели говорят, что для членов общества глухих это прежде всего возможность реализовать себя. Мне кажется, у них самооценка повышается. Они, если до занятия танцем думали, что вот все, инвалид, я не слышу, а сейчас они уже преображаются, что ли, танцуют, нравится им, все ходят после работы. Сегодня Дому культуры Казахского общества глухих 50 лет. Праздник собрал множество гостей. В основном, как принято, говорилось о достижениях. И они действительно немалые. Но есть и свои проблемы. Например, у Дома культуры нет своего помещения. Оно многие годы размещается в обычной трехкомнатной квартире. Там и проходят репетиции. Конечно, хотелось бы иметь отдельное здание, говорят представители общества глухих. Вот недавно ездили в Уральск, привели 10-й фестиваль. Вы знаете, мы так рады, благодарю, что такой концерт привозит. Большое спасибо, говорю, что 4 года, 11 такой концерт. Я просто удивилась, что люди так благодарны, потому что глухонемые не могут ходить. Другие дома окутывают, они только общаются между со своими людьми. Они им свободно чувствуют, они видят, как глухонемые сами выступают. Они чувствуют и радуются. Поэтому думаю, что Дом культуры нужен для глухонемых. Пусть духовно развивается и так далее. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт».